Добрый день, я Анатолий Перепельченко, руководитель практики корпоративного права. На сегодняшний день в Украине запрещается осуществление хозяйственной деятельности без соответствующей государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии, разрешения или иного разрешительного документа для осуществления определенных видов хозяйственной деятельности. Если вы не знаете, какую форму ведения предпринимательской деятельности выбрать, как правильно подобрать коды видов экономической деятельности, форму налогообложения, размер уставного капитала или каким образом составить устав будущего предприятия, воспользуйтесь нашими услугами. Специалисты профильной практики помогут с государственной регистрацией физического лица предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, изменений в сведениях о юридическом лице или ФЛП. Также вы можете рассчитывать на нас при покупке готового бизнеса и при разработке корпоративных договоров. Мы поможем вам с получением любых лицензий и разрешений, если деятельность вашего бизнеса в этом нуждается. Кроме того, мы осуществляем сопровождение ликвидации бизнеса и закрытия ФЛП. Если вам необходимо комплексное юридическое сопровождение по вопросам регистрации или ведения бизнеса, обращайтесь, уверяю, вы будете довольны нами.